Вы можете сказать, за что вас задержали? За вооруженное ограбление. А как все произошло? Мы вошли в ювелирный магазин. Я разбил битое стекло и начал доставать кольца. После чего выбежал ювелир или охранник, кинул молотком, и мы начали убегать. А вы ранее судимый? Нет. А что вас подбило сделать такое преступление? Денежные средства. Вы не работающий? Нет.